Я радуюсь, что вот такие в нашем эстонском ноябре вот такие хорошие цвета. Kui keegi ära ja aru ei saanud, tõstab käe püsti. On vaja rääkida. Või inglise keeles ei ole. Eesti keeles. Eesti keeles. Et ühesõnaga värvid. Pachu värvid on kõige paremad, mis toovad meie Eesti novembri sellisesse, ikkagi rõskesse, niiskesse ja täna juba ilusa lumega ilma. 10 senti oli mul kodus lund maas, käisin kelgutamas lapsega. Toovad seda värvi ja toovad seda elurõõmu ja sellest õnnetunnet. И в прошлом году первой выставкой у нас была выставка Владимира Бачу. И я видела, как пришедшие сюда зрители просто вот, у них вот такая вот энергия. Я уже насколько я, мне казалось, что я привыкла к творчеству Владимира. Нет, не привыкла. Вот опять у нас была развеска вчера, опять я наполнилась вот этой энергией, энергией потрясающей просто. И все наши зрители наполнялись этой энергией, и мы решили эту выставку сделать традиционной. «Ноябрь с Владимиром Бачем» называется. Вот все работы новые здесь. И первый раз, это 4 времени года, первый раз за всю биографию Владимиру удалось показать все 4 времени года. До этого как-то у него не получалось это. И поэтому здесь наши любимые места эстонские. Да, только 2 работы зарубежные, остальные здесь только 2 всего лишь, остальные 3. А остальные все это наша любимая Эстония.